Здравствуйте. Привет. О, Сюзаночка, это опять ты? Да. Опять, как обычно, без денежек. Да, ну вы же знаете, я в долгу не останусь. Поехали. Ну да. Вот здесь вот пропустила чуть-чуть. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Ну что это за нецелесообразное применение насадки, блин, не по назначению. Зачем? Ты что, не можешь сам себе стекло помыть? Блин, она же сама этого хочет. Ты довез ее бесплатно и куда захочешь ее, сколько захочешь, как ее, она же сама этого хочет. Она тебе даже показала, куда она в первую очередь хочет, да, пальчиком ткнула, вот сюда, вот, да, за то, что довезешь меня. Да ну что ты это за хренотень такая, ё-моё, заедь на заправку, тебе там заправщик бесплатно протрет вот эту всю хренотень, а эту чаечку можно было бы протереть более-менее нормально.